Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, я официальный обозреватель компании Oriflame, и сегодня презентую новинку из 11 каталога. Это тушь для бровей в обновленном дизайне и с новой формулой. Ни для кого не секрет, что правильные, оформленные, красивые брови сразу делают лицо выразительным и более привлекательным. Давайте посмотрим эту тушь поближе, а потом попробуем ее в деле. Итак, вот такая красивая тушь с маленькой кисточкой. У этой туши питательная формула с натуральным маслом авокадо. Она дает еще защиту от воды и пота, то есть быть стойкая. И содержит фиброволокна, которые будут удлинять волоски и утолщать их. У меня сейчас в руках коричневый оттенок, вот этот коричневый. И я хочу показать сравнение с предыдущей тушью. Вот так выглядела предыдущая тушь, и по оттенкам, по-моему, они абсолютно совпадают. И кисточку не показала, и кисточки тоже практически, мне кажется, одинаковые. И покажу еще тушь темный коричневый, потому что для шатенок, у кого темные волосы, конечно, больше подойдет такая темная тушь, и у нее вот такой насыщенный цвет. Если сравнивать с коричневой, то она, конечно, гораздо интенсивнее. Ну что, попробуем? Мой оттенок коричневый или средний, как я его называю. Сначала я вам покажу, какой эффект произойдет, если, например, просто подкрасить брови этой тушью, и как я это делаю. Смотрите, я сначала расчесываю против роста волос, то есть чуть-чуть в сторону так приподнимаю брови, ну, какие они смешные, лохматые, для того, чтобы прокрасить внутри подпушек более светлые брови, а потом я укладываю сверху. Один раз сделала, уже, по-моему, сразу бровь стала более выразительна. Еще раз набираю тушь, здесь пока немножечко схватывается, подсыхает. Можно делать два, даже три слоя, в зависимости от того, какого эффекта вы хотите достичь. И когда мне нужно сделать быстрый легкий макияж и некогда особо вырисовывать брови, то я просто беру тушь и ей оформляю бровь. Все готово. Такие более натуральные, естественные, так они классно выглядят. А теперь посмотрим, как будет выглядеть бровь, если мы уже сверху по теням или по карандашу тоже прокрасим тушью. Я набираю свежий слой туши и прохожусь просто по форме брови. Укладка происходит, бровь становится такая блестящая, ухоженная. Можно еще разик пройтись. И то, что тенями мы не дооформили, тушью все корректируется. И самое главное, получается классная укладка. Вот такой замечательный продукт, который я рекомендую каждой девушке, для того, чтобы брови были просто классные. Я вам всем желаю красоты и отличных макияжей. До встречи!